Ой, стоп, а я что, не записывал все это? Это из-за меня все. Ладно, давайте заново начнем. Извините. Одну минуту я рассказывал сам себе. Ладно, давайте заново начнем. Я думаю, не против. Смотрите, значит, я вам рекомендую канал Макс Риск, подпишитесь, русский напишите Макс Риск или же на английском подпишитесь. Итак, что происходит в Edge Wave за одну неделю? Сегодня мы узнаем. Офигенно, конечно, за неделю столько много. Так, новый календарь событий, быстрый обзор информации о событии, здание новой системы, здание по главам истории, горы, настроенный порядок и терпение в этап, история, рывы. Устроение рывы. Настроение, время, разблокировки для мутантов различных уровней и гигантов. Ну, такой есть. Оптимизация, оптимизирован поиск ресурсов и гигантов. Также эффекты графики. Новое вступление новых открытий, роллы и руководство для новичков. Генный банк в тумане и банк. Офигенно, посмотрим. И предотвратительные катастрофы с мутациями. Вот новый аватарчик, как видите. Ясно, ясно. Да, ё-моё. Скачивается. Ну, окей, в принципе. Так, что же нового? Покажу вам сообщение и зачитаю. Вот. Вообще как-то вот он. Тут контент мейкер, тут прям меня перепоставили и так дальше, это вроде бы администратором. Итак, я вам зачитаю, а пока есть, ну, смотрите экранчик. Так, мы рады сообщить и о прибытии наших новой команды, то есть я в команде по созданию контента. Радостно или поприветствуем, мы с нетерпением ждем их файл содержаний об игре контента. Если вы также хотите присоединиться в команду Content Maker, присоединяйтесь к серверу. Окей. Также есть еще один сервер. Давайте что другое. Что-то, ну, ладно, я вам покажу, в принципе. Давайте, значит, что интересненько. А там уже что загружается, как давайте запустим. Что же новое в Edge Waves? Привет, обезьяны, вы заметили, что мы меняем начинание изображения в новой версии? Стоп. Неужели они сейчас изменили новое изображение в новой версии, когда игра Edge Waves запускается? А ну-ка мы посмотрим. Давайте тоже посмотрим. Закрываю. Пока есть черный экранчик, ничего не видно. Ага. Вам это нравится? Вот две версии. Окей, подождем новый. Как это подскажусь? Новое начальное изображение отредактированное с помощью смайликов. Чтобы сообщение мне, если вам понравится этот новый, сообщите мне. То реально новенькое что-то. Слушайте. А можно мне такой на привычку? О, да, это оно. Так, Эрик, 2, 3, 4. 5-6. Ну я всех заметил. Как это обычная обезьянка. Ага, снайпер. Ага. Это вроде бы. Ну не знаю, какое место. Похоже. Похоже. Самая высокобашня. А не похоже на это, она очень маленькая. О, вау. Так, давайте посмотрим. Какой-то банк. Мне очень интересно. Ой, это что такое еще? А, ресурсы. В принципе, я что тут вижу такого. Ух ты. Прям для прокачки. О, забрать все обычно функции. И еще забрать все. Ну, даже еще есть. В общем, знаете, что они собирают уже контент-мейкеров. Я тоже, конечно. Там побуду, поэтому спущу данный ролик.
Очень интересный геймплей, давайте посмотрим героя. Ух ты, тут навыки изменились. Вроде бы всех анимаций обычные. Никаких новых анимаций не давали. Вроде мультяшный стал. А ну коронжа. Да, реально, он стал мультяшным. Я просто чувствую. О, реально стал мультяшным. Ронжа. Ну то думаю, потом читаем. Также у нас вроде бы изменилось Майк. Вроде бы да. Кстати, давайте покажу всем, что было. Ага. Так, кто уже был, давайте посмотрим. Ларана. Ничего не понятно. Ската. Мау. Тоже вроде бы изменился. Электро, Джейк. Новый персонаж, также плюс Герцог Шон. В новогодней версии игры Эбби Уэйвс. Тоже вроде что изменилось у вас там. Луизи Армы Ронд. Амерон. Амерон. Прям знаете, космический арер Амерон. Так, также вы не изменились, Мастер Донд. Мастер Донд. Оскар. Мультяшный стал. Чувствую, что они как-то мультяшный начинают делать. Максимум. Мус. Бам. Окей, вроде все узнаем. Так, вот значит, это как-то меньше стал. Ну, обзор давай сделаем. А сравнить, думаю, можете посмотреть из старых роликов. Ну или могу на монтаж сделать старый версии Edge Waves и новая версия Edge Waves. Только это, наверное, буду в будущем, когда у нас. Ух ты! Процент, слушайте, безопасно, безопасно. Рада за улучшение. О, это реально новенькая. Тоже, кстати, новенькая, ну когда посмотрим. Все мультяшно, все шикарно. Тут мне нравится, наверное, по-нормально, все нравится. Давайте гонщики. Дальше посмотрим баннер, потому что ну, тоже что-то новое. Ничего. Ну что тут еще вам рассказать? Это классно, обнова, все, рассказал. Через куда там пару минут у нас будет пытается. К исследованию, так что закончим по-быстрому, потом уже и залезть его. Ух ты! Ну что, новенькая походка. Прокачка 2 часа. Время походки, территории забрать, территории построить, отправить. Edge Waves клан. Пожертвование, ради пожертвования. Это нужно делать каждый день, но если у вас нет времени, возможно в будущем будет оно. Так, как насчет вас? О, карточка изменилась, кстати, пальчик изменился. Также, ух ты, ё-моё, новый персонаж, друзья, прям для вас. Брюс у нас. Новый персонаж, как танк, слушайте. Круто. У нас новый персонаж под названием Брюс. О, фиги, давайте скрин сделайте, давайте скрин делать. Мне нужно другой скрин поставить, вот этот вот. Так, окей. Я потом в описании там вставлю все, что было на русском. Так, вот этот пальчик мне тоже нравится. Ну окей, стадион, но мы замечаем новенько. Вроде бы медаль как-то реалистично стала. Очень реалистично. Как на вообще предметы, кстати. Давайте узнаем. Предметы. Ну, а вдруг, а вдруг. Ну, вроде бы все нормально. Вроде бы реалистично стали. А вроде бы нет. И вот, наверное, факт в том, что G-Waves с компьютера делали. Понимаю. Присоединяйтесь к нашему команде TikTok. TikTok Maker. Ага, мы тоже скоро увидим видео TikTok Maker. Пост, да? Понятно. Намек. Ой. Сука. Надо русском. Давайте посмотрим на TikTok Edge Waves. Как он изменился? Пока что не так уж много мультфильмов. Здесь что-то не так. Окей, уходим. Ссылка что неправильно или что? Так, subscribe to the channel YouTube. Подписаться на наш канал. Реально такое есть? Скрытый channel YouTube канал, новый канал. Классно это сделано. Как оно выражало геймплей, смотрите геймплей офлайн на YouTube канале.
YouTube Waves, YouTube Offline. То, что есть новый канал, где ролики еженедельно. Давайте проверим. Настоящий YouTube Waves канал есть. Вот, значит, еженедельно, так? Да? Понимаю, вроде бы нет. Ну, ладно. Окей. Также надо что-то новенькое. А, точно. Ага. Так, тут у нас еще что-то. А, это кто такое? Напишите в комментариях, как я зовут. Я вообще первый раз такой вижу. Возьму Эрика. Ну, давайте так сделаем, чтобы понятно было, что мы ее взяли. Рамку берем. Отверженный. Не новый, смотри, как видишь, отверженный. Это я что новое, кстати. Такого у нас не было. Немножко так было похоже. Может, пересмотрели на старые ролики. Отверженный. О-хо. Реально он стал очень красивым. Ну, в общем, вы знаете, что Вейпс сделал, может быть, 3 обновы за неделю. Потому что на уход праздники, поэтому не дома. Мы учимся. Всем удачи и пока. А, кстати, тут можно забрать. Может, что-то новое, кстати. Просто календарь событий нам написали. Вау, развитие города. Космос, реально. Космос и Вейпс. А может, как-то класснуть. Что-то интересно. Высоко в небе. Сообщение примата. Окей. Всем удачи. Ой, точно. Можно их отправить. Можно что-то тут новое изменили. А возможно и нет. Как насчет мутантов? Ну, я уже вижу новый экранчик. Давайте сейчас покажем себя нового персонажа. О-хо, он реалистичный. Так, давайте. Заканчиваем. Ну, вышла серия. Даже офигенная. Мне очень понравилось. Изменяют. Знаете, я тут чувствую, что они учились создавать игры. Ну да, здесь, конечно, учиться на них. Я тоже, кстати, хотел бы. Как они называются? Как насчет битвы? Это реалистично. Ну, вроде бы, это как вообще реалистично. Да, кружечки. Круг такой у нас. Никого же не учил. Потом я вспомню. Сейчас могу. Поэтому всем удачи и пока. Ой, а что вы тут стоите? А ну-ка давайте хоть дожить сюда. Всем удачи, пока. Пока.